тебя послушать так сложно все. Друзья, здрасте. С вами снова Андрей, вы на канале Кирсплей, и мы продолжаем проходить различные модификации на Half-Life. Сегодня у нас будет черное мясо. Конечно же, мы, как помним, у меня есть первое прохождение, ссылочку зацеплю я справа вверху. У нас была ситуация, то, что мы выбирались из люка по лесенке, вот из этого люка мы как раз выбрались. Сейчас дальше будет. Это у нас глава будет четвертая. Закрепленная вы увидите, точнее, это первые три части. Вот. А сейчас мы продолжаем. Интересно. Я, конечно, прыгиваю как в последний поезд, но мне все равно интересно, что здесь будет. Так, подожди, тихо, не спеша. Так, здесь опять же будем ускоряться, а здесь будем замедляться. Вот камера какая-то. Надо не спеша все делать, потому что дробовик это наше все. Пленный груз. Какой-то груз повезли. Ну ладно. Я, дай бог, все получится. Так, это мы оставим. Так, тихенько. Там пацан сидит, да? Так, сейчас мы сохранимся аккуратно. Есть. Так. Две дроби. Так, аккуратненько. Обходим, обходим потихоньку. Давайте. Нихера себе ты с напором таким идешь ко мне. Ты не боишься в луч сразу же получить? Блять. Блять, граната пошла. Так, еще пару патронов осталось. Блять, перестрелка какая-то шальная. Три патрона. Пистолет же здесь говно редкостное, я забываю совершенно. Есть. А где ствол, я не могу понять. О, ствол. Так, аккуратно. Здесь тоже может кто-то быть. Тихо. Тут, конечно, мы поиграем весело. У нас тут выносишь что-то слишком уверенно и быстро, вам не кажется? Тихо. Здесь никого нету. Нет, по-моему, кто-то был, или мне показалось. Тихо. Наверное, никого. Сохранимся и пойдем пройдемся. Да, музыка вообще обалденная, конечно. Так, тут никого. Так, ладно, пошли. Пойдем, не спеша. Давай, разбивай, может, все-таки что-то в ящиках будет. Так, вот это вот место, кстати, где, помните, стояли, мы вон там вот как раз проплывали, вон ящики, и мы там потом заползали, ну, когда дальше проходили. А это как раз то место, где стояли хэкушники, и мы могли... Ух ты, стоять. Воу, граната пошла. Так, тихо, а где-то был этот баллон? Вот так вот. Ошметочки, шмяк-шмяк. Ну да, очень даже познавательно получается. Так, ладно, пойдем туда. А, стоп, раз, два. Что у нас еще тут есть вообще? Все нормально. Идем, вообще нам надо было бы, конечно, автоматик какой-нибудь заиметь. Было бы вообще шикарно. Так, оба, взрыв. Какой взрыв? А где взрыв? Какой-то произошел взрыв. Ну ладно, это хорошо. Подожди, а что это такое? Это мы ничего не сделаем, это мы ничего не возьмем. Все красиво. Бляха-муха, конечно, без броника это тяжеловато идти. Так, у нас где-то что-то взорвалось. Ошибка. Подожди, а где у нас взрыв произошел? Я так и не понял, надо опять по проводам пройти, наверное. Или где-то мы здесь что-то взорвали. Вот здесь мы взорвали, отлично. Мы, как хорошие мальчики, идем дальше. Так, давай, блин, колхун, не застревай нигде. Потому что я не понимаю, что здесь будет дальше и что нам, и чего нам ожидать.
потому что здесь начинаются всякие аптечечки. Всякий случай. Мы будем знать, сзади аптечка и спереди пара... А, броник, отлично. 15, мол. Тихо. Так. У меня тактика еще по привычке от первых случайно нажал сохраниться и загрузить одновременно. У меня получается и сохранилась она, и загрузилась одновременно. Так, подожди. Где там? Где эти ублюдки? Ублюдки, мать твою! Вон он. Тихо, тихо. Иди сюда, скотина. Аккуратно. Так, это рабочие. Я не вижу пока самого главного. Я не вижу пока, что здесь ни автомата, ничего. И колхун какой-то у нас слабоватенький, конечно, по сравнению с Фриманом. Ну, во-первых, еще, конечно, это, по-моему, уровень сложности нормальный. Так, подожди, а мы вообще, по идее... Ну, мы уже охранники. А, пока ладно. Угу. Нам бы туда зайти было бы неплохо, конечно. Так, подожди-ка. Гранаты мы пока использовать не будем, потому что нам гранаты везде могут пригодиться. Как классно сделано, блин, мне нравится 4-я глава. Честно говоря, вообще потащусь от нее. Единственное, жалко... Ой, тихо. Здесь ничего нету, да? Ничего нету, двери закрыты, все, пошли дальше. Небольшие фризики от огня почему-то. Ну, вроде бы это нормально. А пулемета нельзя взять? Ой-ой-ой. О, гранаты. Гранаты, кстати, поштучно здесь вываливаются. Не скопом, как мы привыкли, по 5 штук, типа одну берешь, а у тебя в руках 5. А тут она именно вываливается поштучно. Так, это у нас понятно. Так, давай-ка. Так, ну там, наверное, ничего не будет. Подожди. О, сканируем. Есть. Так, это наш кореш. Почему-то мы не можем взять здесь ничего. Я бы, блин... О, взял. Почему-то сразу я не мог взять. Так, что здесь нажать? Кружки, ляжки, чашки, шмашки. Так, пошли дальше. 35 патронов у нас идет здесь. Тут сохраняемся и проходим не спеша дальше. Надо все смотреть. Это все так интересно, детализировано так сделано. Пиздец, короче, мне здесь. Я понимаю, укрытие. Вроде бы нормально. Так, дробовик. О, красавчик мой. Ай, ты мой маленький. Есть, отлично. Все, давай. Ара выебывается, смотрите. Я очень его люблю, так что это мне нравится. Чик. Тыдыщ. И все. Перевозит, да? Так, а что там у нас? Ничего особо там нету. Оп. А что взорвется? Ой. Что-то взорвется. Ага. Ясно. А что взорвать? Нам надо что-то сделать, да? А, нам сюда надо принести взрывчатку для начала. Чтобы что-то взорвать. А взрывчатка, я как понимаю, где-то будет дальше. Чик, открываем. Закрыто. Закрыто. Зря патрон потратил. Это, конечно, блин, была большая глупость была. Да, блядь, как ты этих тебе не завалил. Странно, крабик.
Не знаю. Подожди, а что такое? Это вот эта хрень надо взять, да? Я как понимаю. Та-та-та-та-та-та. Или я что-то не... Или я не прав. О, красавчик. Ты подожди, единственное, что я, возможно, там что-то пропустил. Блин, прикольно вообще такие, такие мелочи, детализации. Мне балдею, просто-напросто балдею. Так, оп, оп, ничего, сохранимся. Так. Так, подожди-ка, секунду. Да я, конечно, рад. А, это вот эта дверь открылась. Прикольно. Ну ладно. Нормальный ход конем прям. Если еще понять. Ага, хорошо. Все. Блять, не успел. Все сломано до нас. Так, ладно. Че? Сел? Косточки выплюнул? Молодец. Хороший мальчик. Ну, это по большому счету вот этот вот пистолет, он и служит, вот, чтобы сражаться вот с вот такой вот гадостью. Так, подожди-ка, а там что у нас? Аптечка и все, да? Да, больше ничего нету. Так, ладно, это хорошо. Аптечка, это хорошо. Звуки такие противные везде. Так, это труба. Труба, здесь труба, повсюду. О! Давай-ка. Ага. Короче, а, это я здесь ее взорвал, чтобы здесь это давление упало. А, прикольно. Это, кстати, интересно продумана тема. Блин, такой звук громкий, я не знаю вообще, я не знаю, как у вас слышно, не слышно. Это музыка, блядь, задохнетый, блядь, сел мне на голову, видели? Засранчик маленький. Крабики эти вообще, они гадкие, да, да нельзя, как говорится. Иногда подбешивают, конечно, но вот, блин, пистолет такой из дерьма, конечно, редкостное. О, стоять. Крокодил нахрен. Аллигатор. Вашу мать. Что-то он тут ел, да? Вкусно. Блять, не то взял. Вкусно ему было. Жалко, что тела нельзя разбивать, как в первой части. Ой, плюсь. Ах ты, падла, еще попал в меня. И второй раз попал. Фу, какая гадость, ваша заливная. Риба. Как-то я так неудачно попал на этого урода. Так, закрыть. Блин, класс, классно шлюзование такое. Типа дезинсекция, вся, все дела. Ой, собаки. Собаки бывают кусачие. Только от жизни собачьей. Ни хрена себе. Бах. Баллоны там кататься начинают. Так, ладно. Да ладно, успокойтесь вы там. Ну. Все? Да, все. Что там происходит? Подожди. Хрена себе, пацаны, вы даете. Залезла туда хрень такая большая. Ти-ти-тим. 91 на 4. Кстати, здесь
Здесь самое что интересно. Так, здесь можно пострадать. Да блять, заеб. Что, в эту сраку еще попади, эту засранца. Так, это броник, это я не знаю, это ничего не нажимается, это дробовик. Сейчас что-нибудь произойдет. Такое не очень такое плохое, я думаю. Так, ладно. А! Ё-моё. Давление снизить, забыл. Один раз же получилось. Так, соточка. Прикольно, если бы она такая беленькая становилась. Так, надо прис... Да, издевайтесь. Я с дробовиком на хэдкрабов охочусь. Ну, хотя тут ничего такого удивительного. Да, отстань ты. Так, слышу зомбированных. Слышу, но пока не вижу. Но я их слышу. Не горят, наверное, да? Горят. О, кинул кто-то, засранец. Ну иди сюда, где-то там. А, все. Хуля толку. Так. Он сгорел. Как это? Они испарились. Такое чувство, что где-то ходит мой самый нелюбимый засранец. Это Гаргантюашка. Просто я не могу понять, где он именно ходит. Так, ладно. Нет, нельзя. Так. Сохраняемся. Дальше идем. Аккумуляторы, запомним. Аккумуляторы. Они могут нам понадобиться. 3 аккумулятора. Если подождать, пусть крабов завалит. Там можно было бы его. Так, стоять. Да. Так. Люблю револьвер этот. Угу. Так, это просто у нас. Так, это у нас в принципе здесь. Гениально. Я вот здесь вот стал, начинаю вам рассказывать свои истории, байки, а по итогу просто-напросто с дуру нажимаю не на ту кнопку. Я вообще всегда меняю F6 и F7 местами, потому что очень часто такая вот фигня происходит, что нажимаешь не туда, куда надо. Тихо. Так, есть два есть, да? Мы не откроем, потому что ящик мешает. Ага, теперь открыли. Так, тела, дробовик. Дробовик — это хорошо. Веревка, чтобы повеситься. И аптечка, чтобы излечиться. Так, ладно. А, стоять. Так, это нам не надо. Нам сюда тоже не надо. Хорошо. Огнетушитель. Огнетушитель тоже бесполезный. По большому счету мы ничего не сделаем. Звук, конечно, очень громкий.
Бляха-муха, как это так? Как это так? Вот сюда надо. Оп. Есть. Патроны для пистолета. Ну, они тоже нужны, в принципе, иногда, но это такая вещь, которая не особо нам поможет. Кстати, очень мало зомбированных, я заметил. Очень мало. Не знаю почему, но их реально мало. Хорошо, продолжим. Загрузочки под уровни, это, конечно, хорошо. Блять. А это плохо, подожди. Воу, стоять, нафиг, нафиг, нафиг. Там взрываются бочки. Только кто их сюда отправил, это уже другой вопрос. А, я понял. Да заебали вы, крабы. И ты заебал меня. Ух, хрена себе, крепенький какой. Чем крепче, тем, конечно, не то что интереснее, а забавнее получается ситуация. Так, нам надо найти гранаты. Гранаты гранатами. Нам надо найти... А, найти. Нет. Тогда вот это. Хм. Ну, тоже интересно получается. Так, подожди. Оп, оп. Так, что у нас здесь? У нас здесь вентиляция какая-то. Ну ладно, давай попробуем. Какая-то вентиляция. Там зомбированный. Даже сейчас его должны капнуть. Давай, цап. О, хорошо. Еще. Сюда. Блять, не получилось. Не работаете вы, барнакло, совсем от слова. Так, ладно. Музыка, конечно, здесь очень крутая, я вам сразу скажу. Но, наверное, все-таки надо ее делать немножко тише. Так, а что здесь у нас? Ага. Ясно. Это было больно. Так, он должен открыть мне или что? Давай, открывай, если ты откроешь. А, все ясно. Забавно, конечно, сделано, вроде и логично, но в то же время можно было одним выстрелом тут немножко больше сделать, чем оказалось. Блять, везде раскиданы. Да иди ты нахрен от меня. Ветром сносит. Так, подожди-ка. Ай-яй-яй. А что нам сделать? Так, ну ладно. Нам надо это как-то выключить, наверное. Или что нам надо сделать? Ну, по идее, как-то выключить надо. Только вопрос как? А, не, нормально. Опа! Все нормально.
значит, не надо выключать. О, класс. Вещь, которая нельзя пользоваться. Вот это мне так вырубало, честно говоря. Оп, красота среди бегущих. Так, а нет. Так, это мы сюда пойдем, допустим. Куда-то наверх. Ну подожди, наверх еще успеем. Так, здесь нам надо давление убрать. Я не вижу, где давление. Вон оно. Нет, не оно. Не оно. Вот оно, может быть. Где-то здесь. Блять, барнаклы. Ой, ёб твою мать. Вот это вот мне не нравится. Там мы, получается, идем не по тем, не по правильным трубам. Собаки. Собаки я слышу. Там, по-моему, собак-то я слышу, я не могу понять, кто там еще. Там либо, ага, смотри-ка, здесь у нас. Так, это нет. Нет. Твою мать, что там происходит? Так, это вот этот барнак, то, что я его убил. Ну, тут ничего не сделаешь. Так, ладно. Сюда никуда. Это вот эта труба. Опа. Так. Security. Security. Ага. Сюда и сюда. Угу, хорошо. Ё-моё. Это просто охренеть можно. Они такие крепкие оказались. Я, блин, патронов потратил, конечно, немерено. Просто реально немерено. Так, подожди. Вниз куда-то, да? Наверное, наверх надо было, там у меня какие-то нычки были. Но я не думаю, что... Так, а это что? Так, аккуратно падение с высоты будет, да? Охренительно, мне очень понравилось. Мне очень понравилось. Сходите в никуда. Может, я где-то пропустил трубу какую-то нагреваемую? Охренительно. Ну, одна вот и разорванная, вон там она была. Ну и все. Офигенно. Мне очень понравилось. Подожди, может, я где-то реально ее не увидел или что? Подожди. Не может же быть такое, что просто... Я понял. Я понял. Нет, я не понял. Нет, это неправильно, подожди. Где кто? Давай-ка попробуем таким образом. Ну, а теперь логично. Так. Так, по
пока здесь не сделаем. Мы сейчас открутим сначала. Головоломок попридумают. Так, ладно, это значит не она. Отвертка. На. Не получается. Ой, блядь. Так, ладно, туда я так не перепрыгну, да? Ладно. Сейчас мы попробуем по-другому обойти. Сейчас мы обойдем так, как мы сюда шли. По лестнице наверх. Там дверь уже открыта. Посмотрим, что здесь. А, во как. Или нет? Зашибись, пацаны. Блять, скотина. Так, подожди. Вон он. Отлично, нам надо вот этот теперь вентиль открыть. Ой. Так, ясно, падение трупа, это нам не надо. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, это был крокодил. Так, пускай они сами дерутся там. Оп, начинаем крути. Засранец этот, где этот крокодил конченый? Так, тут все разваливается, я уже не знаю даже, что делать. Подожди, там, по-моему, знаю, что делать. Опа! Есть. Отлично. Потихонечку надо все сделать. Потихоньку. А, вот или... Блять, зараза, попал. Ну ладно. А, они сражались друг с другом. Ага, двое было. Ясно. А, все, спускаемся вниз и идем в тот проход, где мы тогда не дошли, правильно? Правильно. Вот сюда, 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 сюда. Оба. Это закрыто. Сюда, значит. Оба. Сюда, сюда, сюда и сюда. Так, подожди, закрыто. Сюда. Подгрузка. Подгрузка какая-то была. Мне как показалось, или была какая-то подгрузка? Так, ладно, сейчас аккуратно. Оба-на. Было скользко. Да, блять, что там? Интересно получилось. Даже слишком собак он убил. Этих он всех поубивал. А вот дальше, что он сделал? Заебал ты. Блять. Да уйди ты нахрен от меня. Там еще один. Ну, зараза, живучий какой-то оказался. Так, ладно. Так, это есть. Это есть.
Так, что-то здесь должно, наверное, быть. Что-то вкусное. Эй! Что там? Ничего там нет. Здесь все сломано. А вот лесенка. А, мы могли типа по лестнице, либо там, либо там. Ну ладно, собаки все померли. А мы куда пойдем? Так, мы сюда пойдем. Главное не спеша. Я торопиться не люблю. Ага. Вода. Это уже интереснее. Вот это интереснее. Не-н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 е
Я вот это вот заметил, но очень поздно. Опа. Так, подожди, сохранимся здесь на всякий случай. Давай. У меня кислород заканчивается. О, все хорошо. Можно жить. Все отлично. Ну, конечно, с физикой здесь весело. Иногда бывает. А дробовика у меня очень мало. Это очень плохо. Это что такое? Типа Skittles. Еще что-то. Так, еще аккумулятор на всякий случай. Блин, я эти субтитры не включил. Кстати, непонятно, о чем мне говорят. Ага. Так. А, бля, не получилось, ладно. Так, тут ничего нет, да? Ничего нет. Ладно, заберем где-то аптечка вот была. Ага. Ну, все понятно, все добро. Пойдем. Пойдем, значит, сюда. Не сюда. Вот туда. Не на один уровень даже поднимемся, на несколько. Ну, хорошо. Чем меня развернуло? Смотрел вперед, после загрузки смотрю назад. Да, нету патронов, это писец. Только вот эти слабенькие. Здорово. Вот это я слышу, это мне уже не нравится. Вортигонты. Тара-та-та-та. Что-то понабирал я. Хорошо. Давай-ка мы вот так вот пока что попробуем. Ну, воюйте. Ну, пока... Что, убил? Нет? Они друг друга убили или что? Походу, да. Прикольно. Ну, та, если так, то так. Я не в обиде, честно говоря. А, не. Так. Ля-ля-ля. Ля-ля-ля. Это же вортигонты. Общаются так и прикольно. Ля-ля-ля.
Так, подождем. О, лесенка вниз. Здесь ничего нету. Лесенка вниз. Там взрывы всякие за спиной. Ну, я как настоящий... Подожди, как ты там? Крепкого орешка. Блин, забыл, как его звали. Ай-яй-яй. Вот так вот. Нормально? Ой. Он на меня агрится, кстати. Ой, собака. Подожди, пусть успокоится, может. А, подожди. Ну. Блять, попал, не попал, я вообще не могу понять. По-моему, попал. Теперь точно попал. Так, ладно. Вы же, кстати, не забывайте, пулеметы можно... А, вот и бочки, класс. Вообще, все, все под рукой, а я ничего не могу сделать. Так, ладно, они, по-моему, все, если я подбил, то все уже. Не будет работать, да, не будет работать. Жалко, жалко, однако. Очень даже жалко. Так, подожди, а что, здесь можно пройти было? А, нет, нельзя здесь пройти. 100 на 100. 100 на 100. Так, подожди-ка, аккуратно. Может, здесь какая-то херобора сейчас будет. Херя. Нет, что они... Вообще нулевая реакция у них. Ну ладно. Нулевая, так нулевая. Давай. Ни хрена себе ты. Он выдержал, либо я промазал реально, как кособоки. Либо он реально выдержал два выстрела магнума. Но это все это... Да, блядь, это не... Где ты там? А, ну иди. Ты иди пока что туда погуляй. А я пока здесь схожу. Вот так вот. Подожди, здесь ничего нет, в этом ящике. Все равно. Так, ладно, где крикун там? А, здесь электричество. Это херово. Ну ладно. Тут, наверное, как где-то отключить его. Кстати. Да, здесь можно использовать чисто вот этот ствол. Потому что тот же магнум, это очень жалко. Особо ничего нету. Ладно, сейчас посмотрим. Здесь может какая мелочь быть. Блин. А что это такое? Даже где там ящик или что там? Блин, а я его не сдвину. Ну ладно. 29, а где-то я патроны подобрал. Нет, хорошо, это я не говорю, что это плохо или что-то. Так, там что-то хотели взорвать, наверное, пацаны, да? Подожди секунду, я обойду лучше на всякий случай. О, есть пистолетные патроны. Отлично. Очень хорошо. Ладно, давай аккуратно. Так, это нам сюда надо принести. Вот что. Опа. Вот что нам надо взять. Хорошо, что все под руками. Так, и отходим. Потому что там я видел. Оба-на. Блять, что мы так столько взрываем? Я вообще не могу понять. Блять, какие-то... Вообще, чуюги, пиздец. Все взрываем, 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 взрываем. Так, ну что там? Кто-нибудь пожарную беспеку включит или как? А звуки такие, как будто с того нихила он что-то разговаривает, что-то такое вот. А, стоп, мы там вырубили свет. Точнее, не свет, а этот.
чем здесь это? Это ж... Причем здесь порталы? Как ты два выстрела выдерживаешь этого? Блять, сдохните вы! Подожди, надо перезарядиться. У меня нервишки начинают шалить. Потому что магнум... А, ну... Уровень сложности не забываем. Два выстрела магнума в таком расстоянии он может выдержать. Так, а где мы были? Вот здесь вот мы горящего зомбака видели. Так, вот здесь вот. Это можно, могло быть больно. Тут не спеша такие. Так, ладно. Где ты там? Челем-челем, блядь. Челем-челем. Три выстрела, дроби. Охренеть можно. Где вы там? А здесь что? Лифт. Можно поехать отсюда, блядь. Жуткая обстановочка, конечно. Я, кстати, не могу одного вещи понять. Почему? Да сдохни ты. Вот для чего нам пистолет надо, точно. Давай ты, давай. Ясно. А еще нам вот для этого нужно. Так, а там ничего нет? Не, ничего нет. Так, здесь ничего нет. Ты будешь это выбивать или что, нет? Ну ладно. А что здесь? Здесь ничего нет, блядь, ни патронов, ничего. А я только их трачу и трачу. Так, ладно, давай. Перезаряжаемся. Берем магнум. И, ей-богу, я эти кнопки буду всегда менять. Вот всегда же менял эти сраные две кнопки. Ну, я имею в виду кнопка загрузки, кнопка сохранения. Что за привычка долбить? Так, подожди, а куда-то... А, вон туда, я понял. А как нам туда попасть? Сюда вот, наверное, да? Да давай ты, двигайся. Ничего в тебе особенного нету, так. Да ладно. Да давай ты запрыгни, ты, засранец. Ничего здесь нету. О, есть. Кто вообще додумывается... Не, ну это хорошо, но я люблю находить всякие нычечки там, где... Они, по идее, не должны быть. Но вообще, кто додумается их прятать там... Так, может, здесь ползает какой гад будет. Подъем! Блядь. Подъем называется. Вот он и поднялся. Так, ладно, подожди. Здесь точно ничего нет. Стоять! О, наконец-то, наконец-то нам хоть дали хоть чем-то пострелять дополнительно. Так, это можно сказать М5 гадюка, плюс подствольник, смотри какой красивый. Блин, анимации напихали, конечно, это круто. Ну, для каждого, типа, образца оружия, мне это нравится. Так, подожди, а может там стоять сейчас мы... Его испытывать будем на ком-нибудь? Должен быть зомбированный какой-то, правильно? Нету? Ну, нету, так нету. Бронь, дай сюда.
Бляхамка. Вали. Есть. Отлично. Все, теперь можно повоевать. Буду танцевать и буду воевать. Пошли. Эссал. Есть. Так, конечно, я немножко это по-другому себе представлял, но прикольно. А где патроны? Что, ты скидала так настолько? Опа, профессор, привет. Да, я пришел помочь. Ну, тебе я уже не помогу. Куда мы пойдем, туда? А там тоже будет стенка, наверное, такая разрушаемая. Ну, мы помним, это все прекрасно, это какое место, нам надо вот через ту дверь проходить, получается, и мы там будем, найдем, через шахту пойдем. Пройдемся наверх, а потом через шахту. Ну, я что-нибудь найду. Давай. О. Анимация даже прикольная. Ну а доктор Розенберг у нас будет спрятан, точнее схвачен и находиться в этом, как он называется, в вагончике. У меня один подствольничек был. О, security, привет, пацаны. Калхун, да. How the heck did you get way over here? Well, if he's seen half the shit we have, he knows the movement. Прикольные такие пацаны. You wouldn't believe what's going on around here. Crazy, weird crap. Аля Тони Старк. Not to mention the fact that the military is going ham on all the scientists. Прикольный такой офицер. Так, ну что? They must have needed something out of this guy. He got the special treatment. Yeah, poor fella. We've been sneaking around trying to get our numbers up before the cleanup team started pushing through here. But that plan didn't go too well. Yeah, they're setting up now near the freight offices where we just came through. I don't know if you're headed that way or what, but we could use all the help we can muster if we're gonna push forward. So what do you say, bud? Let's try to help each other out here. You go ahead and take point, Calhoun. Так, мы right пойдем отсюда выбираться, а им надо будет помочь их спасти. Но мы их все равно не спасем, мы никого здесь не спасем. Мы единственное с профессором уйдем отсюда и все. А единственное, что нам надо будет, это мы сейчас... Да. Сейчас посмотрим, где это место, интересно вообще, будет ли оно здесь. И здесь, кстати, где-то было, может, пасхалка будет, это Gearbox. Ну, я не уверен, конечно, но вот она, стенка эта. Вот она. Секретная тема. Да. Вот вы. Да-да-да. Секретная тема. Да. Что вы мне говорили? Так, ладно, а здесь должны быть уже типа вояки или кто-то еще. Взбешивают эти подгрузки. Приходится каждый раз Shadow Play выключать и включать. Так, ну по идее мы сейчас должны. Вау, нихрена себе. Пацаны молодцы. Ум надо в Shadow Play постоянно выключать и включать. Ага, так, ну все. Тихо, подождите. Не торопитесь, ребята, я что же иду. Nice one. Ты не торопись, да, я первый пойду. Если я, блядь, вас всех потеряю, здесь мне тут не хватало еще. О. Так, отлично. О, подствольничек. Так, ясно. That door's blocked, Calhoun. Let's try another floor. Так, пойдем. Они все заблокированы, походу, да? All right, да. That one's a no-go too. Ого, стоять. Ага. Hey, does this vest make me look fat? Oh shit!
придурки. Давай. Все, вроде сломал. Сейчас, подожди. Так, вроде сломал. 56. Закрыто. Тихо. Туда и обратно. Да. Кто там? Кто там? Лошара. Блять, а чё так он быстро сработал? Так, ладно. Sorry, Calhoun. Да, не извиняйся. Мы должны здесь где-то пройти. Это что? Мобил... Нет, кстати, на масло, похоже, патронус, по-моему, или как оно там называется? Так. Ой, там пацаны будут сейчас. Здрасте. Ничего хорошего. Вот это, конечно, красиво. Сейчас мы с вами, пацаны, разберемся. Блять, стой на месте. Вот зараза. Да нету, жалко. Блять, промазал. На опережение. Ова. Где он? Так, где ты там? Я не уверен, конечно, но я должен тебя где-то здесь завалить. Ты где-то здесь должен быть. Есть. Так. Давай. Забираем все. Давай. Он вот здесь вот, я его вижу. Где-то он тут. Fireman's Hall. Гранату кинул, пидорас. Нет, все нормально. Отлично, разобрались, походу. Профессионалы. Так, ладно, давай попробуем. Где-то здесь должен быть проход, по-моему. Или мы просто будем возвращаться назад. Так, здесь, наверное, ничего такого и нету, да? Ни пасхалок, ничего. Подожди-ка. А может и есть. Весело. Ладно, это просто у нас очередная нычка. Ну все, здесь походу ничего такого не будет. Мы обычно, по-моему, во второе здание перебегали. И все, но здесь, наверное, мы не будем перебегать во второе здание. Ясно. Каким берет даже упал. Как сильно, блядь. Блин, откуда я там? Кто там, где? Я, бляха-муха, не ожидал вообще от вас этого. Откуда? Так, а как туда попасть?
Интересно, ну ладно. Ну, я как понял, это просто здесь, короче, побегали, пособирали все, что нам хочется, не хочется, и все. Так, ладно, а где пацаны? Или я уже потерял всех? Так, ладно. В принципе, ничего больше... Я слышу, стреляют, а где стреляют, непонятно. Что, они опять пошли обратно? Или что? А, не, подожди-ка, нифига, значит, где-то должно открыться что-то. Оба. Я точно знаю, что куда мне не надо. Так, ладно, подожди-ка. Как его завалить? Get that thing loaded, Calhoun. А, все, тогда верю. Верю. А теперь наверх, наверное, надо, да? А где дальше? Так, я вижу это. Так, подожди-ка. Ясно. Сейчас, подожди. Бляха-муха, давай, опа. Бляха. Да ё-моё. Да блин, вы что, издеваетесь? Сейчас еще один должен быть где-то, да? Еще. Да, начинается. Вон они. Я понял. Тихо, чтобы разлетелись на кусочки. Может, ты поубивал всех? Не? Вряд ли. Так, давай, бегом. Нет, не сюда. Так, здесь, куда? Музыка успокоилась. Так. Ага. Подожди-ка. На, ладно, тогда через грузовика. Нет, наверное, не получится. Мне вот так вот только если... Оп. Сейчас, подожди. Я не забуду про вас, подожди. Я хочу найти... Так, это... Нет, здесь все занято. А что здесь? Подожди. Ай-яй-яй-яй. Какая-то отсылка или что-то такое. Сейчас посмотрим. Ну да, отсылка на старую карту. Так, ладно.
100%. Просто единственное, что дальше куда? А, сюда. Сюда, а. Так, подожди-ка. Сюда. Мозги. Спасибо. Мне пока вроде не надо. Да-да-да, сейчас открою. Сиди, я там открою. Alright, good stuff. Door to the depot should be this way. Так, это какой у нас получается? Второй этаж, да? Давай, открой кто-нибудь. Sorry. Ну иди сюда. Okay, here we go. Wait, так, он должен открыть. Did you have a code for that door? Kinda. Oh, what the... Well, don't stand behind какой it, пароль и я знал. Dingbat. А, это он его придушил дверью. Так. А. Он открывает профессиональным каким-то ключом. Заметили? Так, что-то здесь поезд. Это вот здесь вот. Мы, значит, этого профессора и должны где-то найти, правильно? Так, хорошо. Допустим, мы примерно понимаем, где он. Твой пистолет мой. Он у меня полностью, что ли? Нет. Ну, теперь полный. Так, это проблема, конечно. Небольшая проблема. Есть, кстати, небольшие фризики мне, само что прикалывают. Допилят, ничего страшного. Там еще сделают так, что вообще будем охреневать от качества. Сука. Я понимаю, что я убить почему-то его не могу. Так, пиздец. Короче, мы падаем и начинается дурдом. Движуха начинается. Слушай, пройди в сторону куда-нибудь. Пройди, дай пройти. Я же не могу ничего сделать, ты уйди в сторону. Есть. Где они? Подожди. Оба-на, ни хрена себе, а где это? Блять, стоять! Стоять на месте, стоять бояться. Стоять. Оба! Красный берет. Можно по ногам было стрелять. Блять, я заметил просто аптечку. Так, ладно. Если ничего не нажмешь, да? Так, пацаны, заходите, дайте я выйду. Так, перезарядимся. Конечно, тут немножко движуха какая-то появляется уже потихонечку, да? Так, ладно. Иди сюда. Где этот, кто откроет мне? Откройте кто-нибудь. Открыть никто не хочет? Интересно. Обычно открывали. Ну ладно. Так, давай посмотрим, здесь закрыто. Где-то, может, кого-то не добили просто. Oh, what's that stench?
Ой. Что-то не то нажал, наверное. Можно, наверное, лишнее нажать. Подожди. А! Во-во, слышу, слышу. Я слышу тебя, подожди. Я не могу понять только, как тебя оттуда достать. Подожди, я попробую сверху. Так, сверху, да? А сверху, каким образом сверху? Надо как-то взорвать. А где у нас... Да промазал ты трижды. Подожди. Так, здесь нету. Где взять? Блин. Так, сейчас найдем. Подожди. Так, это ладно. Здесь ничего нету. Я слышу, что... Понимаю, что он там. Но просто... Нам надо, по идее, его взорвать как-то. Ага, подожди-ка. Смотри-ка. Здесь. Заблокирован. А что тогда делать? Он как-то заблокирован почему-то. Подожди-ка. Заблокирован. Хорошо. А как тебя разблокировать? А, давай попробуем вон там лестницу сверху. Нет, нифига. Интересно. Подожди. Это у нас получается зеленый свет. Он, по идее, должен как-то двигаться, правильно? Вот поезд, может, поездом подвинуть его надо. Yeah, see if you can get that thing running, Calhoun. А, вот. Погнали. О, можно даже бросить управление поездом. Прицел. Что прицепить, отцепить? Не, подожди. Надо вперед. Удерживайте. Так, типа подъехал. Нет. Не, подожди. Иди еще раз. О, ну, и так я тоже самое делал. Зачем его вообще зацеплять? Его просто толкать надо. Ну, сейчас... Снимем открытие или что там, раскрытие, что там. Прикольно. Здесь, кстати, поинтереснее сделали этот момент с момент с этим профессором. Тогда мы просто прятались и все. Блять, не доехал. Не доехал. Как такое может быть вообще? Может? Подожди, я не доехал или что я сделал? Не так. Вообще непонятно, подожди. Это ошибка, подожди. Я доехал или не доехал, вообще не понимаю. Ну, типа можно. А, держать надо? Твою мать, ну это вообще, это... Это редкостная дурость, конечно. Так, подожди. А. О, здесь эти замороженные вортигон должен быть, по-моему. Да. Замороженный вортигон. Ну, мне он нахер не нужен. А здесь должен этот быть профессор.
Все, вот профессор и... Да. Что? Бой. Don't even say it. No, I told you that sticking with Copeland was a bad idea. Do I even want to guess what Блядь, happened? Блядь, он умер. He left me high and dry. Of course he did. God damn that guy. Who's this? Oh, that's just Calhoun. Wait, he's, He's got Harold's keycard. Si. What? Who? Интересно. Harold Messner. He's an old colleague of Dr. Rosenberg's, right? Ладно. Okay. I was with Messner for a little bit before he and I got split up. Mm-hmm. He told me if he didn't make it, I needed to take his keycard, find Rosenberg, and give him all the help I could. Your friend here must have bumped into Harold or something and got the skinny. What's so special about this Rosenberg? Apparently there's a way out of this place that only few people know about these days. Like, super top secret. Beyond that, Harold wouldn't say much. Well, loose lips do sink ships for me. А у нас тогда этот профессор был жив, и у нас люк потом открывали, она заперли в этом. Заперли в этом вагоне. Кстати. You're sure she's still out there? Yeah, I think so. Okay, let's go help her out. Unlike some people. Так, короче, оставайся здесь. Oh, you know what I meant, Ronnie. Shut up. What the hell's the door down for? Заткнись. I got a cold. Ну да. Hold on. Так, у него ключ проходка есть, должен быть. Ну, должен. It's not like his life or death out there. Ну что, продолжаем воевать? I got it. Rudy. The hell do you think you are, my mother? Yeah, one ugly. Hey! Блять, начинается опять. Да не боись. Он просто мне откроет ту дверь. Где он там? Есть. Мне должен открыть ту дверь, я не должен его потерять. Так, вот он. Да где ты там? Куда ты стреляешь? Где он? Все блестит, все сверкает. Ой. Где? Все, музыка закончилась, значит, все. Мне должен открыть вот эту дверь. Мне вот эта дверь нужна. Так. Хорошо. Так, допустим, ничего. Писец. Весело, короче. Здесь, да, немножко изменили, конечно. Данное прохождение, потому что мы когда выбивали стену, мы там дальше шли, ну и прохождение проходили. А здесь почему-то что-то у нас другое немножко. Интересно. No, I'll go. Wait, are you sure? Yeah. Besides, I'm sure your knees got to be killing you by now. Nice to know that you've still been kicking down doors since we departed. That's fantastic. Да. Короче, идите отсюда, найдите ее сразу же обратно с ней. Поняли? Поняли. Пошли. А, ну мы, в принципе, туда-то, наверное, тогда и будем возвращаться. Так, ого, какое место. Охренеть можно. Так. Прикольненько. Немножко повоюем. Блять. Ах ты, падла. Бляха, ну-ка, сейчас мне... Вот как только броня закончится, это все, все, считай смерть. Тут самое главное, это броня. Пока на тебе броня есть, хоть какая-то, ты будешь... Когда закончится...
Ты сразу же труп. Так, где там кто? Блять, какие площади огромные сейчас сделали. Ну, конечно, наверное, новые игры по-новому. Конечно, тут вопросов сразу нет. Это было близко, это точно. Это не то слово близко. Так, пошли сюда. Извини меня. Я тебя извиняю, ты не переживай. Просто мне интересно, где здесь что-то. Сортир мне не надо. Блять, все двери закрыты. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, короче. Короче, дело к ночи. Чем быстрее мы пойдем, тем лучше. Это я согласен. Так, это нам надо эту дверь, что ли, открыть, получается, да? Секьюр какая-то. Секьюр, тренюр. Так, здесь ничего особо такого и нету. Ага, зато брони понабирали. Хорошо? Хорошо, хорошо. Это у нас аптечечки. Это прелестно. А, точно, мы сейчас должны с этим встать. Подожди, а что-то мы должны сделать? Так, не говорите, я фибровы слышали, были выстрелы, та-та-та-та-та-та-та. Я как помню... Команда мертва. Команда мертва, это да. Подожди, вон он, здесь он, вот здесь вот этот профессор, точно. Эй, слышу тебя, слышу, подожди. Мне надо вот эту вот херь. Да слышу я тебя, я просто не помню как... А, вот. Здесь немножко по-другому. Тык-тык-тык, покатилось, все нормально. Я открываю. Открываю. Вот ты где. Привет. Вот она, доктор, это. Пожалуйста. Да, доктор Розенбаум. Только почему-то она женщина. На другой станции эти военные вытянули из нас всю информацию, которую могут перед тем, как начали избивать. Перед тем, боже, помогите остальным ученым. Давайте мы вас уведем отсюда, мэм. Колхун пока может пойти по сходу Розенберга. А, мы еще не нашли его, пойдем со мной. Ты вот с нашим маленьким отрядом, да? Хорошо. Ага. Держись там, Колхун, мы будем тебя ждать. Я понял, мы потом пойдем. А, даже так. Тут, кстати, вариации интереснее даже сделали. Так, ладно. Ты падла. Ну вот это тело, кусок тела этого вывалился. Так, теперь нам надо, чтобы открыть то, мы поехали опять кататься на паровозике. А, точно, мы оттолкнем, получается, чтобы вынести ту дверь, правильно? Правильно. Поехали. Поехали, родная, кататься. Мне, кстати, нравится эта тема насчет катания на паровозике. На поезде, точнее, не паровозик, а поезд. Зацепили, погнали вперед. Так, мы вперед едем. Сейчас там просто будут эти... Сейчас реально там много будет всех товарищей плохих. Так что мы будем сейчас их валить. А, даже не один, я понял. Это надо будет, короче, забрать вот этих снарядов. Тут хватало, я помню. Давай еще один.
Так, несем один снаряд. Зарядим сразу. И еще один мы возьмем сразу с собой, потому что кто его знает, сколько нам реально надо будет снарядов тут. Во всяком случае, то, что их хватает, это однозначно. Пошел. Дай сюда. Блять, где ты там? Блять, я не успел, видишь, из-за того одного гандона, который сзади подбежал, я не успел сосредоточиться и... Ой-ой-ой. Короче, я понял, все, пошли. Воюем так. Так, уходим. Блять, спецподразделение колхуна. Не получилось. Так. Нет, там не все. Да еще пацанов там. Там их много было. В общем, дело. Блять, стрельба какая-то. Конкретная такая. Тихо, вот он. Блять, скотина. Вроде тихо. Кстати, само что интересно, 150 под... Нет, 150 максимально, по-моему, да? Ну, что-то там такое. Потому что там у нас тогда, мы раньше никогда были... Помните, там 250, по-моему, была максималка. Так, хорошо. Что? Иди сюда, на. Тебе еще патроны сейчас переводить, вообще никакого желания, честно говоря, нет. Хотя можно иногда. Так, что у нас тут? Паровозики, кремезики. Ясно. Так, аккуратненько надо пройти здесь. Кровь, каска не моя, мне каска не нужна, аптечечка, всякая хренечечка. Так, нам надо доктора этого найти, в любом случае. Ту-ту-ту-ту-ту-ту, где? О, состав, тук-тук-тук, паровозик тронулся и запыхтел. Куда-то поехали. Неужели, ладно, не будем о политике. Я думаю, нет. Так, что-то там, никого наверху нет. Там бочки, я заметил. Так, там никого. Блять, скотина. Блять, люблю просто взрывать все. Даже вот понимаю, что это нахрен мне не надо. Ого! Это было больно, реально больно. А как они меня вообще видят? Я не могу понять. Я же вроде не так красиво раскрыт. Ни хрена себе там что-то толковое.
Опа! Блять, скотина. Блин, а стоять. Аккуратно. Где он? Блять, граната. Слышу. Слышу граната. Сукины дети. Или чьи они там? Не знаю. Может, сукины, может, не сукины. Так, ладно. Ясно. Семьдесят восемь пока что, да? Блять, скотина. Я понимаю. Пиздец. Так, подожди-ка. Да, неприятное место. Очень неприятное. Тут еще, по-моему, турелька была, я слышал, да? Пулеметик я только слышал. О! О! Даже так? Включи лазерное наведение. Хочу. О, куда-то поехали. Ну ладно. Раз поехали, значит поехали. Только куда? Достаньте патроны из ящика. Ого. Вот это уже интереснее. Лазерное наведение. Включить, выключить. Морпех, так, нам с этим Розенбергом. Так, нам не сказано ничего с ним, ни о чем о нем. Просто задержали его на время. Походу, что там? Имя ему Розенберг. Ротенберг. Да пофиг. Так, ладно, подождите. Думаю, что мы об этом узнаем уже скоро. Ясно. Да ты, сука, охреневший какой-то. Где ты там? Да ладно. Шлёп. Кишечки. Ну, когда их много, так почему нет? Ну ладно, все, страдаем ерундой. Блять, реалган какой-то.
не получилось. Эй, не получилось. Да ё-моё. Вот, получилось. Тихо. Оп. Аккуратно возвращаемся. Открываем, забираем, пошли дальше. Есть. Не, прикольно. Так, ладно. Страдаем очень много ерундой. Так что давайте мы уже спускаться вниз. Так, подожди, а как спускаться? Так, а как спуститься мне? Это подвесная хрень. Так, ладно. Не понял. Вот это лоханулся. Спасибо. Спасибо, вы очень добры. Это пиздец было, сука, с чем-то. Ясно. Ясно, ясно. Ясно, 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 ясно. Так, ладно. Так, пошли сюда. Есть. И промазать. Пиздец. Есть, да? Есть, но с какими последствиями, в общем, дело. Ай-яй-яй. Это очень неудачно получилось. Но оно бывает. Либо пан, либо, блядь, пропал. Уж всегда так. Тина, ты где? Либо пан, либо пропал. По-другому тут не дано. Там вот этот вот зомбированный меня подвыбешивает немножко. Ясно. Короче, нам как раз обходить и надо. Сейчас я жахну кого-нибудь как раз. Чем бы же... Ого! Ты тут Да, с дробовиком немножко как-то у меня неудачно получилось. Ну, во всяком случае, не умер, это уже хорошо. Это большой плюс, так что главное иногда просто не умереть, правильно? Так, ладно, давай открываем.
и поехали кататься на паровозиках. Что-то нам надо открыть с этим. Я уже научился хоть кататься. Так, единственное, что я не знаю, что нам надо открыть и докуда надо доехать. Так, подожди, нам надо понять вообще, куда нам надо. А, ясно. Нам куда надо? Давай назад. Смотрит? Ну, примерно. Примерно нам туда, как раз туда и нам надо. Так, что у нас тут? Тут у нас особо ничего нету. Подожди, я покажу. Какой-то ножик, подожди. Сейчас я пару снарядов. В любом случае нам не один нужен. Это 100%. Там, по-моему, около трех надо. Не попал. А что, кого ты стреляешь? Не знаю. Ну, пускай пока стреляет. Что-то у нас такое. Мы, короче, здесь. Так, ладно, тут так много. Только везде. Забавная ситуация, ну ладно. Подожди. Мы даже еще сюда должны немножко проехать. Бля, лоханулся, ну ладно. Даже немножко сюда должны проехать. Сейчас мы попробуем таким образом. Покажи. Оп, есть. Раз. Так. Два. Два выстрела сделал. Так, типа, где там еще один? Где еще один петуш? Где петушара? Блять, не вижу. Где там? Гоу-гоу-гоу. Где ты там? Гоу-гоу-гоу. Дурачок. Блять, еще один снаряд. Еще один снаряд нужен. Где ты, дурачок? Мне гоу-гоу-гоу. Мне здесь не надо так делать. Давай снаряды подавай. А, я разнес ее. А. Ну ладно. Тогда давай собирать патроны. Так, тогда будем собирать патроны. Уже сильно не спорить, что нам надо, кому нам надо. Так, давай здесь, здесь это ракетница. Все, у нас, по-моему, ракетниц хватает, так что давай, здесь мы разнесли уже. Нам надо найти профессора. А где нам искать профессора? Да, у артигонтов, конечно, вот эта тема. Тема насчет этих гранат, это прикольно. Придумка, задумка. Но так, начинается опять. Так, ладно, подожди. Угу, я понял. Я понял, но нам, наверное, дальше надо что-то. Так, здесь хорошо гранаты. Так, поворачиваем. Вот это, кстати, реально искусственная затянутость идет. Потому что вот эта вот беготня, честно говоря, она еще больше, больше напрягает, чем все остальное.
Интересно, если до конца не заехать, вот красные. Оп. Что значит? А, он не обозначает даже. Блять, сколько можно и сколько нельзя. Ни хрена себе, что-то было. Нет, все-таки красное это то, что мне надо, получается. Наверное, красное это то, что мне надо, подожди. Нет, а я не поверну, наверное, его все равно полностью, да? Нет, не поверну. Надо отцеплять, короче, и уводить вагон. Точнее, не уводить вагон, а уводить, уводить поезд. Уводить поезд тут, получается. Надо. Блять, я, конечно, очень рад, но... Такие вещи, конечно, делать уже надоедает, немножко начинает. Вижу. Да, вижу, вижу, вижу я тебя. Пиздец. Я не могу ничего сделать. Давай, 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 давай. Нацелься. Все, пошли вы нахуй. Сюда, пацаны. Так, все, отлично. Извините меня, будем сейчас по 10 лет, блять, одно и то же делать. Спасибо, не хочу. Что здесь? Нет, сюда нам надо. Так, эти подгрузочки, конечно, начинают иногда подбешивать. Ну, иногда, а так не основательно. Маляха, муха, а где он может быть тогда? Здесь такие вот пролеты, вот хочется... Где он? Я просто никого не вижу, так хочется, не знаю что. Кого-то увидеть... поближе. Где там кто бегает? То они-то в меня попадают, а я-то их не вижу. Есть. Попал, точно попал. Всю. Так попал. Интересно, делают вообще, ну, полностью русскую или белорусскую, неважно, любую локализацию. Украинскую можно, мне все равно. На любой мове могу размовлять. Это я к тому, что именно озвучка, чтобы не английская была, а классно, когда актеры все-таки эти игры озвучивают именно любой русской, белорусской, украинской локализации. Мне все равно, честно говоря. Очень-очень-очень круто, по мне. Так, вот этот поезд. Нам надо где-то забрать вагон, правильно? Нам где-то надо забрать вагон. Это потому, что это поезд. Ну а что, он же ничего не сможет сделать, правильно? Мы просто можем куда-то отъехать. Наверное, мы сейчас заедем сюда. Надо крутануть. А где вагон? Подожди, а где вагон сам? Подожди, а где?
Так, ну это мы должны развернуть уже. Просто мне интересно, куда... Ага, ключа нет. Вот это уже интереснее. Так, а здесь замочек, наверное, висит, да? Бля, здесь закрыто. А куда тогда мне? Подожди. Здесь закрыто, здесь закрыто. Давай на вышку попробуем, я хрен узнает. А куда мы, если поехали, Ну, попробовать разбить только то место. Ну, сейчас по-быстренькому просто. Мне кажется, что это не так, ну, не так все просто. Вот, возможно, но не просто. Мне вообще надо сюда припереть как-то этот. Припереть, мне кажется, вагон. Потому что вот эта хрень, мы откроем вагон, просто мы его не видим. Закрыто, закрыто, это платформы. Вон там вот даже что-то есть. А это у нас... Что это у нас? Не, металлическое. Мы не откроем. А вагон? Вагона там тоже нету. Блин, а вот это, конечно, дилемма. Ну ладно. Давай попробуем так, а там уже как получится. Ну, посмотрим, может и развалится. Реально, сохранюсь на всякий случай. Не развалился. Блять, а как так? А как то вы так, ребята, меня видите или что? Я не могу понять. Гранаты кидают, там всякое такое. Где они? На, сука. Задолбали, честно говоря, ребята, вы меня уже. Это вот ей-богу. Что-то хочется с вами сделать, только не могу понять, что. Либо порвать сразу, либо потерпеть что-то, я вообще не могу понять. Гранату какую-то кинули, откуда у вас граната? Так, это что, вот этот состав, или что тут надо? Так, ладно, пошли. Я там поезд прогнал, я не знаю, просто туда до конца, не до конца надо. По идее, ну а смысл мне до конца поезд прогонять? Ну, прогнал я его, допустим. Прогнал, он встал сюда. Встал сюда. Ну, типа сломать ворота или что это? Блять, я хер его знает. Ну давай. Мне кажется, у нас что-то так должно открыться. Вряд ли у нас слишком, может, банально будет. Так, это я вижу, это я понял. Ну, хорошо. Дальше мы куда поедем? Мы поедем туда. Туда. Нам надо развернуть ее. А у нас ни ключа, ничего нет, в принципе. Не так все просто. Где ключ нам взять? Даже может здесь где-то ключик лежит какой-нибудь. На всякий случай. Нет. Ладно, пошли проедем вперед. Но мне не кажется, что там что-то мы такое сверхъестественное найдем. Так, ладно, давай, оп. Сюда, оп. Может, он автоматически перевернется или нет? Да, сохранюсь, а то сейчас бахнет. Пойдем еще вниз. Не понимаю. Так, ладно, давай. Здесь вот просто вот эта хрень, она закрыта. Ну, в общем, дело. И пройти я никак в эту бухту не могу. Thank you.
А где вот я могу? Ну, здесь я не могу, даже если я назад сдам. Хорошо, ну допустим, я... А куда я проеду? Куда я проеду? Я вот не могу понять. Туда. А толку? Нет, подожди, что-то здесь не так. Так, подожди. У нас идет вот эта херь. Подожди, стояночка. Блин, подожди-ка. Давай-ка пройди, только не застрянь здесь. Подожди-ка. А, вот. Ясно, ясно, ясно. Мертвый. Ага. Нахрен мне стул, блядь. Ну, допустим, повернулось, так какой толку? А, вон там, где моргает, значит, там этот вагон, который мне надо. Подожди. Оп, оп. Давай, оп, оп. Сейчас посмотрим. Вообще интересно стало, казалось очень. А это что? Зашибись. Да я слышу тебя, подожди. Мне тогда надо... Ага. Да я слышу, слышу тебя. Я тоже могу стукнуть. Ага. Подожди-ка. А почему он не открывает? А, открывает. А сюда я могу зайти? Могу. А что, я туда и хожу? Ну, привычка, наверное. Подожди. Подожди. Что я делаю? Подожди. Вон надо сюда. Что за хрень? Подожди. Мне составом надо его повернуть или как? Ёб твою мать, это стул это. Подожди, это надо замочком, может, туда повернуть. Это надо оттянуть, подожди, поезд. Это надо... Уехать отсюда, с этой платформы. Подожди, наверное, перевернуть как-то. Да. На этом дурне ехать, короче, обратно. Ё-моё. Какие тут качели. Да. Ускоренная, блин.
где-то еще один был кто-то. Ну как-то так. Погнали. Мы едем, едем, едем в далекие края. Тра-та-та-та-ра-та-тан, тра-та-та-та-та-та. Прикольно, конечно, тема покататься на поезде. Задумка классная, мне нравится однозначно. Давай, давай. Да, блять. А кто здесь? Никого. Мне показалось, что кто-то был. Привет. Опа. А вот и взять его. Маркет. Хорошо, мы поймали этого ублюдка. Вся информация о Фримене. Пришельцы, внутрь его. Тащите внутрь, внутрь. Ха. Подгрузка. Сохраняю подгрузку. Юноша, юноша, вы слышите меня? О, я нашел этого профессора, кстати. Спокойно. Они оставили вам тут еще... Осторожно, вот так. Вот и все. У меня тоже есть фонарик. У меня нет фонарика. Почему у меня фонарик нет? Так, у меня полная... I can assume then that the worst has happened to my colleague here. Oh, poor Harold. If by chance he sent you to find me in his stead, then yes, I'm Dr. Rosenberg. Although I'm not very proud to admit that, seeing as I'm partially responsible for all of this. Mm-hmm. Yes, the plan for my colleague and I was to get to one of the old prototype labs. Добраться до старой лаборатории противника. Если многие были позволены знать это, зачем мы туда направлялись. Кстати, они же, когда в старую лабораторию попали, они, по-моему, и уехали, да. Мы же тогда просто с профессорами потом уедем и все. There may be enough equipment in the old lab to piece together a device that would allow us to teleport outside the facility. It's improbable that might sound to someone like yourself. Of course, none of that does a lot of good while we're stuck in here. Perhaps I can help boost you through that vent in the ceiling. If you're lucky, you might be able to take those soldiers by surprise. Well, I'll need empty hands if we're going to try this, so here. Оп. Пропуск, фонарик. Это же мой фонарик. I can't say for certain if we'll need Harold's keycard for where we're headed, but hold on to it. Better safe than sorry. Ну, короче, пропуск очень такой блатной. Anytime you're ready. Это мой фонарик, конечно, готов. Давай, пошли. Ну, а что такое? Оп. Оп. Young man, we must hurry. Those buffoons out there could see fit to relocate us at any moment. Да блять, что мне делать? Сзади, что ли, на тебя залезть, что ли? Ну, и залезть на тебя. А, охренеть можно. А я что-то делал до этого. Так, все. Вояка, раз. Да в чем отличие? Начинается. Ого. Это танк.
На. Главное, чтобы упор не попал у меня, а так это основная все равно. Ну, остальное, в принципе, все равно. А, да, сейчас тебя выпущу, подожди. Я еще живой, не переживай. Просто... Да, слышу я тебя, а. Бля, еще отсканируем. Время потратим на сканирование. Сканирование. Пошли. Все. Now we'll need to head back to the area where you met Carol. Access to the old lab should still be there. We may have to break through some of the newer construction to get through it. Hey, Calhoun! Up here! О, привет! Holy shit, man! Охренеть, мужик! We just watched the whole thing on surveillance! We can't stick around here for too much longer, buddy! You're about to... Oh, shit! Cover! Ну, ё-моё! Вот это трындец сейчас будет. Ну, красиво, конечно, не надо сваливать. А куда? Как? Давай встретимся наверху. Ну давай, вот это вот дверь, наверное. О, наконец-то дверь открыта. Отлично. Начинаем по помещениям бродить. Так, не то. Так, хорошо. Это обычные товарищи. Так, увидимся наверху. Тут как раз вот. Так, есть, допустим. Что мы увидимся наверху? Блять, стекла заминированы. Там все заминировано, кстати. Все заминировано. Это шлем. Эти вот челы в шлемах, они... Очень крепенькие сами по себе. В голову когда стреляешь, сразу же шлем очень много в себя впитывает. Отлично. Ну, интуитивно тут уже больше начинаешь уже где-то что-то делать. Так, здесь ничего, да. Хорошо. Так, хорошо. Блин, наверх или вниз? Вниз или наверх? Давай наверх. Он сказал, типа, встретимся наверху. Я попробую наверх зайти. Думаю, если он сказал... Так, он сказал наверх, значит, мы идем наверх, правильно? Да ёб первый театр. А, это ты. There he is. Nice. What a sight for sore eyes. Amen to that. Я вас тоже всех рад видеть. Давайте, мы все уходим. Розенберг, этот инженер, красотка, все уходим. Давайте, нам надо, короче, пошли. В то подземелье, которое мы тогда разрушили. Черт, идем. Мы понимаем, надо все вниз спускаться, короче. Туда, где мы разломали вот этот проход, помните? Ну, который мы знаем по старой игре, но, опять же, мы помним ее, ну, по старому сюжету, просто вот эта вот дверь, вот и все. Вот. Тык-тык. Вот, и ведем сюда. Ага. Во как. Даже паутина нас останавливала. Охренеть можно. Так, ладно, давайте, где там все? Сейчас они спустятся. Будет, наверное, какая-нибудь катсценочка или что-то такое. Очень много, кстати, всего здесь. А, ну они в любом случае должны. Кто-то из них должен открыть эти ворота. Потому что там у меня все закрыто. Так, ну давай. Посмотрим, где они. Пацаны, девчата, вы где? Что-то они вообще не торопятся никто. А,
идем, да? Только идем как-то очень слишком рвано и непонятно долго. Давай, мне вот этот попали. А, ну мне профессор, в принципе, только и нужен. Ну, пошлите. So, where the heck are we going? Ну куда теперь? Топаем. Короче, тут мои диалоги еще не забывайте себе послушать. Ну, мы, в принципе, знаем основу основ, как говорится. Нам можно просто тупо пробежать всю вниз и все. Это мы уже все открыли. Никто не слышал про лабораторию прототипа. Ну, другими словами, Отис, сейчас, наверное, сказать, понял, принял. Все, пошлите. А, типа... О, нет, стена уже была кем-то сломана. А, прикольно. We're not in trouble, are we? Oh yeah, no, we came across this earlier. А, мы туда прошли. А, все, прикольно, кстати, обыграли тему. Получается, из-за того, что я стену сломал раньше, чем надо, типа, они говорят, то, что, ну, это все, типа, нормально, это мы просто раньше стену эту сломали. Прикольно. А так бы они сказали, типа, вот за этой стеной, типа, что-то там находится, так что надо, типа, ее разрушить. Типа такого. Прикольно обыгрывают. Ну, давайте, открывайте комплекс этот свой. Доктор. Well, this is it. Так, вот он, лифт прямо за этими воротами. Never thought I'd find myself back here, but... In retrospect, there's никогда не думал, что вернуть сюда, но если это капля иронии. Все. Doc, just give it a moment. Подождите немного, я забыл пароль. Банковской карты. Ух ты, какой лифт прикольный. Давайте все в лифт. Я уже здесь. Та-та-та-тра-та-та. Колхун смелый. Колхун первый. Сначала взрослые заходят, потом дети. Колхун смелый. Давайте. Agreed. Really don't think those lambda fellas can make it out? Only if they realize they need to cut their losses. And soon. Так ты что, не поедешь, что ли? Well then, everyone on board? Let's do this, doc. Но мы готовы. Ahead, Mr. Calhoun. О, нажимайте кнопку «Тись». Ну, я думаю, с первого раза даже не нажалось. И поехали. Ура! Все, придется уже что-то сломали. Ясно. Что-то мне уже это не нравится. На этом движке бы метро можно было что-нибудь доделать. Ни хрена себе, а у меня только такой есть. This thing cuts out right freaking here. I'm gonna lose. У тебя что? That right there is the power of positive. Обычный глок. Nice work, Ron. Глок неинтересно. Хорошо, Ронни. Так, ну что, загрузили очередной кусок карты. Ага. Вау. Ты чего? Слезь оттуда. Эта штука может побыстрее. О, упал. Ну ты же инженер, ты можешь сделать так, чтобы она вообще упала просто-напросто. Допустим, выстрелом аккуратным в эту сердцевиночку. Так, давай, спускаемся. Застенчиво. Блин, хочу я полностью в русской локализации. Вот эту первую часть сделали полностью русской локализации. Ну, черное место. Хочу я тут его полностью. Любой локализации, говорю, вы можете русской, можете белорусской, можете украинской, мне все равно. Любой локализации, лишь бы, чтобы было приятно голоса слышать. Это и на слух хорошо воспринимать, чтобы диалоги эти вообще не бегали, не читать ничего. Это мне... Ну, погружение все теряется, честно говоря. Так. Лап. Ага, все закрыто.
О, что за напоминает? Ну да, она в принципе и была. Да, отойди, тетя. Подайте пройти. Что вы тут для поставили? А, вот, да. Мы сюда, по-моему, проходили куда-то. А, здесь броник, хрененик. Всякое такое. Это хорошо. Секретики я люблю. Пройдем, пройдем, пройдем. Эй, подождите меня, я тоже боюсь, я боюсь же один оставаться. Ага. Ладно, кто-нибудь раньше слышал о концепции телепортации? Начинается. Я не хочу телепортироваться. Не работает черное мясо. Я видел каску. Блин. На каску. Защити себя. Сюда, верно. А, точно. Ну, все, кто помнит D-Shift, помнят, что здесь будет. Блин, как все-таки классно сделано. Модификация... Ух, ты телепортнулся куда-то. Тири-тири-тири-ти. Прикольненько. Круто здесь, мне нравится. Давайте здесь и жить. Ну, если женщина. На всех одна. Из Толкахун на один так важное дело, так что если сперва нужно зайти сюда. О, прикольно, типа старая медицинская и броня. Смотрите, блин, как в костюмы эти заряжать. Прикольно. Обыграли так. Класс, вообще, типа как альфа-версия типа сделали. Так, нету еды. Нету еды. Это что-то интересное, непонятное. Хочу, куда еще? Хочу. О, это что? А, дверь. Подождите, дайте я везде полажу. Потом мы пойдем тарелочки. Ну, понятно, короче, здесь люди ели. Так, пойдем. Кто-то стучит на кого-то. Ух ты, а ты что здесь делаешь? О, Уолтер, вы добрались. А, добрался. С облегчением, доктор Розенберг, слава богу, нам удалось разобраться с частью крупных оборудований, но вам придется привить оставшуюся часть. Прекрасная работа, завершение, короче, завершает это, бла-бла-бла-бла-бла. Так, подожди. Хочу найти какую-нибудь пасхалочку, что-нибудь такое вот необычное, потому что отсылочки есть. Ну, это понятно, это типа рисунок, что надо подключить, мы сюда подключим этот блок и все. Так, стоп. Ты где? Hey, I don't think I've asked yet, but, так. What's your name, doc? Oh, I'm Dr. Henderson. Подожди, доктор. А, вот. Давай сюда. Пошли. Точно, точно. А17Б. Лаборатория допуск. Не стоит так издеваться над нами. Да, вот это уже интересно. Так. И что здесь? Стекло такое прикольно вообще сделано. Мне нравится. Доступ разрешен. Так, я понял. Старая лаборатория с телепортацией, да? Security measures and get basic power to the lab going. Harold and I couldn't be sure how many of the original team might make it, so. Я тебе помогу, только подожди. Давай что-нибудь сделай. Бля, темно. Что тут, провода, еще интересно. А это что? Опа. А, нет, мы что-то ничего не можем все сделать, да? Ага, есть. Нам нужен, скорее всего, будет длинный какой-то кабель, который мы подключим. Потому что это мы подключали просто так. Это короткий кабелек. Пускай здесь полежит. Надо будет помнить.
Эти вот дверцы мы пока не откроем. Так, подожди. А, стой, да? Оп. Да подожди ты меня, я сейчас принесу. Я его нашел, не переживай, я его давно нашел. А, ну давай, карта. А, я думал, она должна быть провода. Да, три. Хуяк. Все. Что, доставать не надо? Все. Я застрял. А, не, я не застрял, я, наверное... Может, и застрял. Какая красотища. Сейчас тух-тух, все в свет. Ой, прелесть вообще. Красиво сделана станция. Дай-ка мы такой вот ствол. О. Да, что-то пошло не так. Слушай, я могу был на... Должен отойти? Мне, походу, нужен будет, ну, клип. Да, я застрял. Я не могу ничего делать. Пиздец, я, короче, застрял. Давай попробуем так. О, я не застрял. Ну, это, извините меня, это не выход из ситуации. Это бред какой-то, а не выход, извини меня. 84, 92 на 84. Если бы не было брони, я вообще бы трупом уже был. Вот еще провода. Еще провода. Так, хорошо. Допустим, провод подлиннее, провод покороче. Сейчас мы найдем, что здесь сделать. Так, есть, есть. Это есть, да? Что мы тут будем делать тогда? Ну, запитать, наверное. Так, хорошо. Я сам тут разберусь, не переживай. Думаешь, я только... Я просто охранник. Хрен из два. Я также профессионал. Это хорошо. Питание низкое, значит, надо... Что я тебе говорил? Looks like you'll need to hook into the emergency reserve panel. This will make us golden, but it'll give us at least enough power to get the main system online. Indeed. Well, just a moment then, Simmons. Симмонс. Немец какой-то. Симмонс. Ну, Симмонс, я сразу телефона вспоминаю. Так, вот нам как раз. Так, вот нам как раз надо. Оп. Go ahead and plug us in. Оба, подожди. Ти-т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 и. Где он тут? Вот ты мне. Ты мне и нужен. Блять, сбеги с ним нормально, он подпрыгивает на нем. Так, давай. Опа. Да бляха, воткни. Оп, молодца. Так. Да блять. О, есть. Питание есть. Ну, я как знал, что эти провода нужны. Довольно близко к месту, где обосновать следовательская группа, но боюсь, вероятность наткнуться на незаметных существ очень высока. Хорошо. Кажется, вы найдете устройство, просто включите его и расположите передатчик так, чтобы сигнал был поближе. Так. Когда мы получим сигнал, мы откроем портал снова, чтобы вы могли вернуться. Так, ибо он будет открыт лишь на короткий промежуток времени. Хорошо, сейчас я... Инициатирую. Ух, все, выдохни, Андрюша, выдохни. Давай портал. Воу, как громко. Какая, кстати, тяжелая, тут большая четвертая глава.
обратите внимание, помните первая, вторая, третья, вот они, ну, у нас же закрепленном сообщении будет, и все остальное, вы ее посмотрите, и первая, вторая, третья, они были коротенькие, а четвертая реально длинная. О, это портал? Давай, зелененький. Должен красивенький такой быть. Слушай, он так прикольно анимация смотрит, а как ты с этим, с револьвером моим любимым? Сейчас покажет, как он на него смотрит. Давай, патроны там достанем, там что-нибудь такое. Покрути. Так, питание вон сейчас еще немножко. Да, вот, еще чуть-чуть. И все, и будет портал готов. Давай. Основной конденсатор достигли полного заряда. Снимите диффузоры, ну это вот эти вот лучи, я как понимаю, чтобы портал просто стабилизировался. А, не, ну да. О, а, все, портал готов. Так, поле, оно открылось, Фалкон, водитель, телепорт. Иду, ура! Что здесь? Вау. Он вспоминает скользящие или звездные врата. Вот сейчас он точно скользящих напоминает. Даже очень. Продолжение следует. Ждем пятую главу. Я очень буду ждать. Месяц как вышла эта глава. Русификация появилась, наверное, недели три назад. Я как последний поезд влез. Авторы, огромное спасибо. Шикарные модификации. Я обожаю просто-напросто, когда сейчас начали делать данные модификации на черную мессу. Потому что это просто черная месса, это просто-напросто прелесть. Ребята, всем спасибо, всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментарии. Играйте только в самые лучшие модификации. И будем ждать продолжения. Я обязательно поведу эту красоту еще раз.